Другим темам. Строительство нового образовательного учреждения на 275 мест в поселке Малотербета идет строго по графику. Возведение объекта идет в рамках региональной программы создания в республике новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. На реализацию проекта из федерального и регионального бюджета выделено 283 миллиона рублей. Школа будет соответствовать всем современным требованиям. А это просторные классы, оснащенные интерактивными досками и лабораториями. На территории свыше 3 гектаров расположится стадион с беговыми дорожками и несколько спортивных площадок. Учебному заведению уже присвоено звание имя заслуженного работника культуры и образования Калмыкии Кирмену Бушиевой. Строительство идет очень активно, целеустремленно. Ни на один день практически строительство не приостанавливалось. Завершение строительства предусмотрено в четвертом квартале 2020 года. Все строительные работы, которые проводятся на данный момент, соответствуют графику. Строители относятся очень ответственно.